Ловите респект, с вами Тимпект, это Marvel Spider-Man Remastered на ПК, и я так понимаю, скоро конец, поэтому я думаю, стоит взять костюмчик вот такой вот, пока что, на финал. То есть с ним побегал, мало довольно-таки навыки, мне вроде дали левел, а не, левел мне не дали, мне просто дали опыт. Или секунду, левел есть, нет. А это значит, что я могу сделать так. Ну, почти все навыки я открыл, в принципе. Замечательно. MJ права. Я создал нейронный интерфейс. И я могу его уничтожить. Нужно посмотреть, что есть в лаборатории. Что, у меня точно нет больше никаких... Очков. Нет, очков нет, ладно. Да, летим. Так, улетаем. Так, ну окей, в принципе, я почти долетел. Сюда. Внимание, Человек-паук. Здравствуй. Черт, пора сменить номер. Я покидаю Нью-Йорк. Мне нужно обдумать то, что произошло. Ты спас Осборна, спас своего врага. Я вернусь домой. Подумаю над приоритетами. О, знаешь, мне будет не хватать тебя и твоих головорезов. К сожалению, мои агенты останутся. Я в себе засомневалась, а они нет. А Осборн продолжает платить. Прости. Почти? Да. Я буду скучать по твоим странным шуткам, Человек-паук. Мы еще встретимся. Какая странная неистовая дама. Ну окей, идем. Мы сделали невозможное, док. Но мне придется все уничтожить. Своим маленьким творением. Какой-то новый костюм паучка, значит. Выглядит сочно. Черт, офигенный костюм. Куда он сует свой телефон? Я не понимаю. Отто, не дури. Ждешь слезной мольбы? Можешь не ждать. Мир узнает правду раньше, чем отскребет тебя с тротуара. Скажи им, что ты сделал! Нет. Я не... Весь твой мир построен на лжи! Лжи! Ты украл мою компанию, мои идеи! Скажи правду,
правду. Ладно. Вот правда. Пока ты работал на меня, ты чего-то стоил. Вот правда. Ты не можешь признать, что я лучше тебя. Ты неудачник, Отто. И всегда им будешь. Спайди. Молодец. Дайте мне вакцину. Отто! Вы всю жизнь посвятили помощи людям. Прошу. Ты не с тем вступил в бой. Но будь по-твоему. У нас мало времени! Прошу подзарядка. Вас! Я отдам вакцину, когда Осборн заплатит за свои преступления! Вау. Одну секунду, что такое подзарядка? Ага. Отдайте мне вакцину! Вы уже достаточно навредили Осборну! Нет! Он всегда выходит тихо сухим из воды! Теперь он потеряет всё! Получи. Слабости! У меня нет уязвимостей! Довольно! Надо действовать! Тихо! Люди гибнут! Им срочно нужна вакцина! Я исцелю город после того, как покончу с Осборном! Тихо! Ух! Нет! Как ты? Я уже знаю, чувак! У нас мало времени! Прошу вас! Я отдам вакцину, когда Осборн заплатит за свои преступления! Тихо! Отдайте мне вакцину! Вы уже достаточно навредили Осборну! Нет! Он всегда выходит сухим из воды! Да ты бесишь меня, ты так не делал. Блин, сильный босс. Я пока что понимаю, в чем прикол на костюме. У меня нет уязвимости. Давай, наверное, лучше пока пошли. А, ясно. На. Тихо. Позарядись. Эй,
тратишь мое время! И мое. И чего? Давай, Игорь! Блин, куда я тебя постарел? Не-не-не-не, ну что ты делаешь? Тихо. Люди гибнут! Им срочно нужна вакцина! Я исцелю город после того, как покончу с Осборном! И сюда. Неплохо. Дайте мне спасти город, и мы сделаем все, что хотите. Я уже знаю, чего хочу. Уйди с дороги, пока я не занялся тобой взаправду. Получи. Отдайте вакцину, и я обещаю, Осборн понесет наказание. Поклёпы, не правда. На. Что стало с человеком, который хотел помогать людям? Слабак, неудачник, его больше нет. Тихо. Довольно. Сколько тебе бить уже можно, а? Я устал. Ну ясно. Тихо. Что ты? Нет! Эй, паутинку! Я! Беги! Ай-ай. Как я разочарован, Паркер. Вы знали? Я пытался тебя предупредить, Питер, но ты не слушал. Вы знали. Я не могу позволить тебе победить. Это слишком важно! Не больше, чем для меня! Уху! Нифига! Вы не видите, сколько людей пострадало! Ты никогда не поймешь! Ты не страдал так, как я! Получи. Должен быть на моей стороне. Я и был. Получи Йото. Подумай о том, кем ты был! Его больше нет! Ты не можешь спасти меня, Питер! Тогда тебе самому придется спасти себя! Вы были кумиром! Я вами восхищался! Зачем вы меня вынуждаете?
Получи! Мы собирались изменить мир! Выглядишь уставшим, Паркер. Я не устал. Мне просто больно. Отто! Хватит! Пойми, Паркер, чтобы изменить мир, нужно быть человеком, готовым принимать самые тяжелые решения. С этим трудно не согласиться. Нет! Нет! Вакцина! Питер, ты был мне как сын. Я должен был знать, что и ты пойдешь против меня. Против? Против? Я вас боготворил. Ваш разум, ваши принципы, ваше желание помочь людям, то, что вы не сдавались. Потому что у таких, как мы, есть долг, ответственность. Мы должны использовать свои силы во благо. Даже если это не оценят. Мы должны делать как лучше. Для тех, кто слабее нас. Поймут они это или нет? Нет, вы не правы. Я мечтал стать таким, как вы. А вы все уничтожили. Да, конечно, ты прав, Питер. Теперь я понимаю. Нейроинтерфейс повлиял на мой мозг. Я все исправлю. Мы все исправим вместе. Если поможешь. Я сделаю все, что смогу. Нет. Вы получите лучшую помощь. Нет! Если меня посадят, отнимут руки! Я застрял в этом жалком теле! Прошу, Питер. Это был не я. Ты говорил, что не оставишь меня. Ты обещал. Помнишь? И, конечно, тебе будет легче, если я сохраню твой секрет. Каждый решает, что делать, док. Это все, что мы можем. Питер? Даже если чертовски больно. Питер, куда ты уходишь? Питер! Вау. Она сработает. Но нужен весь образец, чтобы сделать больше вакцины. Сколько это займет? Может, часы, а может, день.
А можем ли мы вылечить кого-то сейчас? Тогда не хватит всем остальным. Я тебя оставлю. Вы поправитесь, мэм. У меня есть вакцина. Сними свою маску. Хочу увидеть племянника. Ты знала? Я давно знала. Не хотел тебя волновать. Не вышло. Но я тобой горжусь. И Бен бы гордился. Ты спас столько людей. Я не знаю, что делать. Нет, знаешь. Да! Ну, финал. Отто. Три месяца спустя. Ну? Да. Мэри Джейн Уотсон, младший редактор. Поздравляю! Спасибо. Я знал, что ты справишься. А ты как? Работу нашел? Нет, но... Я сейчас подойду. Спасибо. Честно говоря, я думал, может сменить профессию. М? Думаю, почему бы не стать поваром? Прости, нет, ты... Ты ученый? Хороший? Мой последний проект — чудовищный осьминог, который чуть не уничтожил город, и... Да. То есть, ты правда готовишь отличный карри? Да, а пельмени пока еще не очень. Идешь в поход?
А, моя новая квартира освободится где-то через неделю, так что я на несколько дней зависну у Майлза. О. Знаешь, ты всегда можешь прийти ко мне. Если ты хочешь. Нет. В смысле, нет. Я не хочу. Я очень хочу, но... Если ты хочешь. Я всегда этого хотела. Я тоже. Так, а что там с Ма... О, все, финал. Секунду, а Майлз? Блин, прикольные титры. Так, их можно упустить как-нибудь там, а? Да, спасибо. Я не то чтобы эксперт, но мне кажется, дело в том, как ты ее спросишь. Я слишком нервничаю. Ладно, куда это поставить? Давай поставим сюда. Ага. Слушай, Пит. Да? Я как бы хотел обсудить с тобой то, о чем не могу сказать маме. Что такое? Ну, странные вещи творятся, ну, с моим телом. Ну, понимаешь, в твоем возрасте тело начинает меняться, и, может, ты заметил, что в некоторых местах... Не это. Думаю, это лучше просто покажу, смотри. Не стой. Вот. Необычно, да? Ну, как сказать? Не так уж и необычно. Окей, все, в принципе. На этом все. Так, дай-ка закончим титры. Еще одна сцена. Гарри? Это Веном? Но я не отступлю. Я найду лекарство. Значит, вот кто был во втором... Найду. Во второй части Паучка в трейлере. Это был Веном все-таки, именно производство тебя, Нормана. Веном, окей, это необычно. Главная сюжетная линия завершена, но приключения еще не окончены. Теперь у вас есть возможность менять время суток на научных станциях. Также вы можете начать новое приключение на высшем уровне или в режиме... А, новая игра. Удачи, герой. Спасибо. Антиок. Так, секунду, я поставлю пока это. Где антиок? Так, все включили... Что? Что? Чтобы выучить этот район, выполнить все основные побочные задания, а также ходить все районы на 100%? Так, это интересно, конечно. Что-то по DLC.
Ага. Так, ну, что могу сказать? Игра великолепна. Ходить здесь еще, конечно, можно будет много всего, но уже, наверное, либо не сейчас, либо не буду. DLC, конечно, остались, да, я понимаю, но... Я не знаю, стоит ли их записывать. Если да, то это будет намного позже. Мне нужно будет немножко передохнуть от паучка. Либо не буду. Наверное, сделаю голосование в сообществе. Но вы там решите, надо делать прохождение DLC или нет. Что ж, ну на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока!